расположена база відпочинку, где и живут, где живут участники мастер-шеф. Такой дачный поселок, я так поняла. Не знаю. Сейчас я вам покажу, тут осталось немножко пройти. И вот так по такой жаре всегда мы идем, идем, идем. В автобусах нету кондиционера. Ну, выходные бывают редко. Участок такой, здесь весь зелени. Вот сейчас я вам покажу. Вот я зашла на базу. Это база отдыха. В основном здесь все 9 лет. Сейчас идет мастер-шеф 9. Все 9 лет. А может быть не 9, может быть, посмотрите. По-моему, первые сезоны жили в других местах, в довольно худших, по-моему, условиях. Во всяком случае, я помню, как приезжали и говорили, ой, у вас такие условия. А... Так. Вот столовая, куда мы приходим кушать. Вот видите, ресторан. Мы приходим сюда каждый день. Если ранние выезды, то нам давали еду с собой. Сегодня вот, вот такой. Вот здесь кушают участники мастер-шеф. Здравствуйте. Ну, тут вот, если, ну, на обед мы в основном обедали в этом, на павильоне нам приносили еду. Вот это столовая. Такая столовая участников мастер-шеф всех сезонов. В основном, ну, последних тут точно. Вот здесь мы обедаем. Ну, это за зимье. Эта база отдыха, она предназначена не только для участников мастер-шеф, но и другие сюда приезжают. Очень много групп разных. Много детей. Разные сборы. Теперь мы выходим с столовой, ну, с ресторана, и идем к нашему корпусу. Очень много кругов здесь было намотано участниками. Все ходили вот так с телефонами, звонили к родным. Вот это наш, помните, когда кто-то читал, если мой пост, когда я говорила абрикосовое дерево, вот это беседка. Вот здесь очень много часов коротали мы на этих лавочках. Вот так мы тут ждали. Автобус у нас был, бус нас ждал всегда утром. И тут мы собирались. Собирались на этой, в этой беседке. И ждали. Вот это окно. Вот это мы там жили. Я, Наташа, Чуприк и Валентина. Не знаю, открыто или нет. Сейчас вам покажу. О, сколько мы здесь времени провели. Сколько мы здесь времени провели. Да, открыто. Вот здесь в основном обитают. Обитают участники мастер-шеф. Здесь сидят. Первый этаж. Вот в этой комнате мы жили. В этой комнате Соломея жила. Потом тут Миха с Мазницыным. Вот, потом на втором этаже. Ребята. Ну, тут, знаете, вот так все оставляется. Вот. Все свои, как бы, и одежда тут. Вот кофе. Вечерами, ночами сидели. Сидели ночами и кушали. Сейчас вам второй этаж покажу. На втором этаже жили Пава, Троцкий, ребята. Там тоже хороший балкон есть.
Вот. Такой балкон. Я помню, тут разговаривала, получила кители, морозенько говорила, боже мой, как я домой хочу. Здесь мы сидим, обсуждаем темы, учим чили рецепты. Никого нет. А вот тут приезжали, когда мы рано, ранний выезд, то вот здесь нас гримировали. И здесь, кстати, мы снимали, если вы помните, мы все двадцатка сидели, или там сколько человек оставалось, и смотрели первые выпуски. Ну, все как будто, все за зимье я показала, вы просили. Ну так, все сидели утром так и ждали. Ждали, когда сверху опаздывающий спустится. Наша любимая беседка. Я думаю, если ребята увидят, то ностальгия у них их возьмет. Вот так. Вот постоянно мы тут. Ничего не изменилось. Такие дела. Вон там мы заставляли стол большой. И обычно, вот, когда приезжали, кушали, шашлыки делали. Ну, это было редко, поначалу только. Вот здесь туалеты. Не, прикол мой, знаете, показывают туалеты. Да, вот здесь мы мыли руки. Мыли руки и бегом. Нас машина уже ждала. Женские. Знаете, довольно-таки большой. Вообще база прекрасная. Вот так ребята выходят со столовой. Ну вот так мы везде, на все на лавочках вот так каждый сидел. Я уверена, что и сейчас так. Очень хорошая база, она такая в тихом, уютном месте расположена. Тут рядом дачи. Много разных вот таких корпусов, такие, как я вам показывала, корпуса. Ну, в общем, в принципе, я вам немного все показала. Вот самый главный корпус. Я думаю, эта картинка очень известна всем. Вот кухня за зимье, на которой мы готовим. То есть мы прорабатываем рецепты. Если нужно вот какие-то рецепты проработать, мы берем продукты у фуд-продюсера. И вот здесь, в этом комплексе за зимье, нам выделили... Ну, сейчас тут закрыто уже. Выделили такое помещение. И вот внутри есть кухня. И вот тут мы готовим. Готовим, потом на беседка здесь, видите, мы кушаем, пробуем то, что мы приготовили. Вот такие дела. Вот на этой кухне мы готовим. Все, я уезжаю за зимья. Так, когда-то я уезжала одна совсем с нашей двадцатки. Вообще была одна. Так получилось, что мы... Мой поезд самый позже уезжал. База отдыха за зимье. Ну, хороший дачный участок здесь, кстати. Вот номера, бар, ресторан. Все, иду к автобусу. Вот здесь остановка. На этой остановке приезжают автобусы. И мы разъезжаем иногда по домам, иногда там город. Это бывает очень редко, когда выходные. Видите?